Многоквартирник в Лангепасе будут достраивать другие строители. Старый застройщик не выполнил обязательства перед дольщиками. 17 семей до сих пор не могут въехать в свои квартиры. Всего в округе почти 80 пострадавших дольщиков. Они включены в специальный реестр. Чтобы поддержать этих югорчан, власти заключают соглашение с двумя крупнейшими банками. Они не будут штрафовать пострадавших дольщиков за задержку платежей по ипотеке. Кроме того, семьи могут рефинансировать ипотеку под более низкую ставку и уменьшить ежемесячное отчисление. Банки по заявлению клиентов сократят платежи до того момента, пока пострадавшие дольщики не получат свои квартиры. Банк предлагает установить ежемесячный платеж новым 10% от платежа. Ну, то есть, условно, если семья платила 20 тысяч, то банк имеет возможность при заявлении снизить платеж и установить его в размере 2000 рублей семья будет платить, по сути дела оплачивая проценты. А по завершению ввода объекта в эксплуатацию им вернут тот ежемесячный платеж.